Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас рубрика «Давайте попробуем», и мы готовим картофельные сочники. Так, давай, сегодня с нами юный помощник, он будет делать у нас все. Угу. Все? Да. Доволен? Да. Давай, разбиваем одно яйцо, нам понадобится. Нужно его вот так разбавить. И добавить еще ложку соли. Да. Размешивай соль. Ой, добавляй кефир. Вот так, молодец какой. Я ложкой буду вмешивать. Чайная ложка соды и пол чайной ложки уксуса. Размешивай. Прям вот так вот. Двести пока добавлю грамм муки. Размешиваю, только придерживай вот эту штучку. Миску нашу придерживай. Оп. Ну здрасте, а в себя-то зачем? Сейчас. Ты как, тебе сложно будет мешать, все мне отдашь. Это уже ложкой дальше. Что, не смог, Венечка? Нет. Давай вот так его тряхнем. Давай. И будешь размешивать ложкой. Да. Вот такую надо. Такая каша-малаша получается, да? Да, надо такую. Нет, она такая не должна быть. Это жидкая у тебя еще. Вот. Угу. Муки не должно, чтобы всем было видно. Угу. Мука должна быть в тесте. Ой, нет. Я все перепутала. Я ошибся. Нет. Но ты же здесь еще можешь мешать. Здесь же не туго еще. Не туго еще. Давай еще раз мешаем. Ты всю майку. Все, пока оставь. Степан убежал у нас, потому что сложно ему уже мешать такое тесто. Много муки. Тяжело. Еще я добавила 150 грамм муки. В общей сложности где-то 350 грамм. Ну и здесь уже начинаем мешать руками. Такое тесто у нас получилось, оно не должно быть жидким, но не должно быть тугим, чтобы в процессе жарки оно такое было воздушное, хорошо поднималось. Оставляем его на 15 минут, накрываем. Полиэтилену оставляем на 15 минут отдохнуть. А пока будем готовить начинку. Я обжарила лук, и сейчас 3 средних картофеля нам понадобится, вареных уже. Я их порежу мелко. Также можно
просто истолочь или потереть картошку, если хотите, чтобы начинка у вас была прям такая мелкая. Здесь по желанию. Ну и начинка, в принципе, здесь может быть любая. Вот неделю назад у нас была сладкая начинка, мы делали начинку такую с яблоками. Вот такая начинка у нас получается. Солим, перчим по вкусу. И сейчас ждем, когда уже тесто у нас там подойдет. Сейчас помощник наш раскатает тесто. Молодец какой. Так. Давно не пек ничего, не жарил с мамой пирожки, да? На самом деле это тесто всегда очень выручает, тесто на кефире. Из этого же теста можно сделать пирожки. Если не добавлять яйцо, просто кефир, сода и мука, я делаю еще хычины с начинкой, там тоже с картошкой, либо с сыром. В общем, тесто это очень такое удобное. И готовится быстро. Не надо там с дрожжами возиться. Ну что, сковорода у нас уже горячая. Наливаем масло. И будем сейчас обжаривать. Ну что, вот такие картофельные сочники у нас получились. Тесто просто замечательное. А начинку вы можете взять любую, как я уже и говорила. Подаем с любимым соусом, либо с любимыми закусками, с солеными огурчиками, например. Ну что, а мы идем пробовать всей семьей. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И, конечно, пишите комментарии. Может быть, даже делитесь своими рецептами. Всем привет! Подожди. Всем привет! Подожди, вот так мы встанем. Всем привет! Всем привет! Ничего там было видно.